Гостиница с мировым именем «Ибис» появится в Хабаровске в 2018 году. В ходе визита французская делегация группы «Accor Hotels» проконтролировала начало строительства. Год назад между хабаровским инвестором и директором зарубежной компании был подписан договор и выбран земельный участок. Планы дальнейшего развития гостиничного бизнеса представители «Accor Hotels» обсудили с мэром Александром Соколовым. Буквально в считанные там минуты, секунды услышал те проблемы, которые с земельным участком, с разрешением на строительство, с возможностями технического присоединения к сетям. Во всех этих вопросах мы будем помогать. Не решив эти вопросы, ни одна компания не сделает даже и первого шага. Хабаровск испытывает острый дефицит в отелях как высокого, так и среднего класса. При этом с каждым годом интерес зарубежных гостей, в особенности из Поднебесной, растет. Падение национальной валюты сделало Россию более привлекательной для иностранных путешественников. Дальневосточная природа, дешевый шопинг в прошлом году привлек в регион на 50% больше туристов, чем в предыдущем. В основном это гости из азиатских стран. По данным Управления по туризму Министерства культуры, Хабаровским краем также заинтересовались итальянцы, французы и немцы. Поток из европейских стран увеличился на 20%. Кроме зарубежных гостей, Хабаровск посещают все больше и российские граждане. Гостиница с мировым именем «Ибис» с европейским обслуживанием и современным интерьером сможет удовлетворить посетителей с разным уровнем достатка. Это 3 звезды будет. Это именно предназначено для командировочных, у которых бюджет от 2800 до 1200 рублей. Есть несколько вариантов. Там будет гостиница и офиса, или жилье. Это еще инвестор полностью не определился. Для нас важная составляющая гостиницы. Отель будет располагаться в центре города, на переулке Гражданском. Сейчас строители готовят котлован под фундамент. По проекту гостиница рассчитана в среднем на 130 номеров.